Палехские мастера снимают леса и выносят их из храма. Это, можно сказать, финальный аккорд росписи собора. Внутри собраны в одну кучку краски. Художники подписывают небольшие недочеты, наносят еще один слой лака, где это необходимо. Величественность росписи поражает. Почти 1700 квадратных метров. Это для сравнения площадь почти в 2 гектара. Работа проделана грандиозная. Посменно художники-иконописцы жили в Жадовском монастыре почти год. Многие сердцем прикипели к этому месту. Теперь приходится уезжать. Объект сдан. Уезжать всегда грустно заканчивать объект. Объект становится тебе родным, как бы это ни казалось пафосно, ты туда вкладываешь часть своей души. Вот всегда этот момент грустно. Что сказать насчет монастыря? Есть как бы такой опыт, потому что мы работаем в разных монастырях, работали. Вот. Очень благодатная земля, очень понравился, очень такой цельный монастырь, то есть много братьев, очень понравился. Барышская епархия и Жадовский монастырь уже не в первый раз сотрудничают с мастерами из Палиха. Они уже расписали несколько храмов. Теперь сделали свой главный заказ – Казанский собор. Священноначалие Жадовской обители осталось довольно работой. Палихские мастерские славятся своими традициями, своим качеством. Такая задумка была давно, и вот трудами и родением владыки Филарета все это осуществилось. Что интересно, здесь, вот в этом пределе, где у нас чудотворная икона находится, по задумке, опять же, владыки Филарета, вот как раз расписана история обретения чудотворной иконы. Качеством очень довольна. Слава Богу. Главный Казанский собор Жадовского монастыря был построен 12 лет назад на месте разрушенного в середине прошлого века. И все эти 12 лет монахи грезили мечтой расписать храм изнутри. Когда же появилась возможность, то свою задумку они сразу же осуществили. Чувства очень хорошие, положительные. Конечно, когда вот храм расписан, конечно, это очень чувствуется и благоприятно сказывается, так скажем, на духовной атмосфере. Насельники обители уже убрали весь строительный мусор в храме и развесили иконы по своим местам. Со среды в Казанском соборе начались постоянные богослужения, которые в монастыре проходят до 3 раз ежесуточно. На них ждут мирян и паломников, но обязательно в необходимых средствах индивидуальной защиты. Дмитрий Гурин, видеостудия Барышской епархии, специально для Улправда ТВ.